И снова приветствую всех на своем канале, и сегодня я хочу показать, как сделать вот такую снежинку, цветок. Работа легкая и справится даже новичок. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать белый глиттерный фоамиран. И у меня вот такое лекало. Лекало можно найти в доступе в интернете. И шпажкой наношу на фоамиран. И затем вырезаю. Вот у меня получилась вот такая вот заготовка такая. Беру свечечку, немного подогреваю и растягиваю. Используем нижнюю часть свечи. Беру ножницы и вырезаю формочки. У меня получаются такие заготовочки. Также я буду использовать фатин. У меня вот такая лента фатиновая, она у меня 8 сантиметров, и я вырезала вот такие квадратики 8 на 8, и снежинку я буду собирать на фетровую основу 3 сантиметра. Придадим форму лепесткам. Берем лепесток и немного вот так его отгибаем, придаем форму, немного клея, зажимаем и затем придавливаем. И сделаем вот такие вот сборочки. Квадратик у меня 8 на 8, напоминаю, складываю его, чтобы уголки, видно, не видно, чтобы уголки не сходились. Теперь складываю напополам. Одну часть я поворачиваю наверх, а вторую под низ. И фиксирую небольшой каплей клея. Я нарезала 14 штук и, надеюсь, мне хватит. Беру фетровую основу, отмечаю серединочку и приклеиваю первые 7 штук. И по кругу. Чтобы моя снежинка еще больше блестела, я решила голубым вот этим флаером добавить голубенькие блесточки по краю. Беру клей, можно брать обычный ПВА клей. Кисточку. И обрабатываю края клеем. Совсем немного.
И теперь подсыпаю блесточки. И подкрашиваю остальные лепестки. Блесточки высохли, и теперь в каждый лепесток я подклею по вот такому одному флаеру. Немного клея нанесу. И по кругу подклею все. Также подклею в отдельные лепесточки. Я вклеила все флаеры и осталось подклеить теперь лепестки, последние 7 лепестков. Приклеивать я их буду между лепестками нижнего ряда. По кругу пройдусь. Я подклеила все лепестки, серединку я сделала из бусин и также сделала тычинки из бусин и лески. И моя снежинка готова. Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось и вы узнали что-то новое. Желаю вам творческих успехов и до новых встреч. Пока-пока.